притча. Почему притча? Ну, у нас существовало такое неформальное объединение, которое мы назвали комитетом имени Броуновского движения. Потому что собирались мы там сначала случайно, потом не случайно, а потом вдруг перестали. Но это закон неформальных всяких объединений. Сначала подъем, потом плата, потом резкий обрыв, как правило, если не находится вход. Это попытка, в смысле, почему? Все начиналось не спеша, простор требует душа. Куда ж держать нам путь? Но каждый чем-то дорожил, и кто-то просто предложил монету на столе крутнуть. И надо же случиться так, наш мир раскрученный пятак ребром уперся в край стола. Все завершилось без борьбы, не допросили у судьбы ни решки, ни орла. Монета выпала ребром, все помолчали за столом и молча разошлись. И каждый думал о своем, и каждый шел своим путем, кто вдаль, а кто и ввысь. С тех пор все больше полу, идем-придем по одному, но как-то все не так. Мало лет уже прошло, а надо было-то всего еще разок крутнуть пятак.